я могу сказать о машине «Волга»? О, это удивительная машина. Я сидел на ней месяца два, короче, недолго. Все жизнь по части кузов, шины, двигатель, шаровая опора. Что там еще? Лошадиные силы. Внутри нее шумная, это шум мотора. Снаружи кажется, что внутри красиво. Но это не места, это не места. Это не места, это не места. Это не места, это не места. Это не места. И это не автомобиль, я скажу точнее. Это помесь мамонта с крейсером «Аврора». Это бегемот с палатками «Формалея». Это два месяца личного позора. Там слева ручка, я думал, это от компота. Выяснилось, что это какая-то там заслонка. Ты говорил, это машина зверь, Сережа, что ты? Это машина пельмени, машина пшонка. И это не езда, это не езда. 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 Мой сосед по подъезду, Миша, этажом выше. Человек интеллигентный, нет, нет, не прибавить. Не курит в лифте, не засовывает свитер в брюки. Единственное, но сотрудник гидромедцентра. Каждым утром за ним приезжает такая вот «Волга». И Миша едет на «Волге» в центр, в гидромедцентр. Как он едет туда, я только предполагаю. Но в результате мы имеем вот такие прогнозы. Такие прогнозы, такую погоду, такие «Волги». Такой ипотечный кредит, такую думу. Такое радио, фильмы, футбол, магазины и прочее. Мы имеем такое вот прочее. Другой мой сосед, Ренат Ахирыч, большой любитель поговорить о своей работе. Он говорит, смотри, когда я ложу плитку, и сразу становится ясно, он ее ложит. И вот однажды сосед Ренат Ахирыч встречает интеллигентную Мишу в подъезде и говорит ему вкрадчиво: слушай, Миша, ты когда составляешь прогноз, ты в окошко смотришь? Никто! Никто не желает работать! Учи! Учиться никто не желает! Все за! Все заняты какими-то другими делами! И все считают себя врачами и учителями! И вот я ведь тоже дитя застоя! Гордиться особенно нечем, ну кто я? Я тоже как эта «Волга». Жуляш, вся недолго. Вот стоп, это главная загадка века. Это меня, как драндулета и человека. Как это так, индивид, которому нечем гордиться, прийти себе подобных злиться. Это не места, это не места, это не места, это не места.